Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Актер из фильма «Покровские ворота» 63-летний Владимир Сынгаевский осужден за аферы с недвижимостью умерших москвичей. Столичный суд приговорил Сынгаевского к 5 годам заключения в колонии общего режима и постановил выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Прокурору удалось доказать, что Владимир Николаевич был причастен к сговору, лишившему нескольких москвичей недвижимости. Оказалось, что актер в 2018 году участвовал в создании фиктивного завещания. Также он с сообщниками поделал несколько свидетельств о браке, чтобы получить право собственности на квартиры в Москве. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!